вот железка. Из любопытства будем вытаскивать. Противопехотная мина. Вот. Опасная штука. Сейчас будем дальше смотреть, а может и нет, надо почистить. Это шунуал, говорит, армению яц. Сунам тергит армения. Просто на том, я хочу вах звонить. Хила ого, мой же демер давай то. А дети с шамайр, малюбопытно надо сун, и буду хажлуш. Вот эллер часть. Армой магаргар нажимную. Тергит сон сено. Это старый ел четверду, что духа индюн чуилен. Так, кар лахи. Это противопехотная мина. Тергит сон сено. Чего тергит шухсвес? Мина хила мекшур, цехил мекшур. Вот. Такая у меня находка здесь. Не знаю, что такое. Похоже на мину. А вроде не похоже. Вот здесь нормально должен был быть запал, да? Сюда вкручиваться. Здесь нет. Очень мне на мину напоминает. Не буду я лишний раз рисковать здоровьем, даже ментов вызывать себе дороже обойдется. На обсуждение поставим вопрос. Что я нашел? И нашел я где птичья шума, такая дорожка. Здесь мина лежала. Такие дела. Навес скажу килограммов 5-6 будет. Мина так не весит. Противопехотная. Снизу.
Ставим на собеседование, что такое. Ждем ваших комментариев.